надо уделять внимание в том числе и экономике, и информационной безопасности, и другим направлениям, которые эти страны объединяют. Да? То есть есть очень большой фронт и большой перечень совместных тем, которые интересны всем. И сегодня глава государства попытался еще раз обратить внимание через министров иностранных дел на важность взаимодействия по всем направлениям. И когда говорил о том, что мы можем, да, в рамках союзного государства с Россией решить проблему эту вот друг с другом, но если мы хотим, чтобы нашу организацию уважали, чтобы с нами считались, чтобы мы были, значит, независимы, мы должны в этих процессах интеграционных участвовать все вместе и полноценно, до конца. Не может быть чуть-чуть женатым, да, то есть и в данном случае надо понимание, что есть вещи, которые надо ценить, и есть моменты, которые могут сегодня воспользоваться страны, настроенные агрессивно, и рассорить, развести, значит, вбить клин, да, сделать все, чтобы мы чувствовали друг другу вражду, не понимая даже, из-за чего это произошло. И для того, чтобы этих моментов не было, по всем направлениям должно быть полное взаимопонимание. Самое главное – это экономика.